Как вставить фотографию в статью на TextSale? Если вы уже опубликовали статью на TextSale, но все еще не знаете, как вставить фотографию в статью, то это видео специально для вас. Первый шаг пройден, и статья опубликована. Вы сохраняете все изменения и переходите к списку всех статей, которые стоят у вас на продаже. Добавить фотографии очень легко. Вы просто находите значок фотоаппарата и добавляете фото в нужную вам статью. Вот так это происходит. Затем выбираете картинку, загружаете и нажимаете кнопку «Добавить». Обратите внимание, что картинка должна иметь максимальный размер 1024 на 1024 пикселя и весить не более 1 мегабайта.